Здравствуйте! Сегодня мы приготовим замечательную закуску. Это фаршированные яйца с тунцом и зеленью. Для этой закуски нам нужно минимум ингредиентов. Это яйца. Яйца я уже заранее отварила. Также консервированный тунец, немного зеленого лука и майонез. Итак, яйца нужно почистить и разрезать пополам вдоль. Яйца почистила, разрезала. Теперь нужно достать желток из каждой половинки. Теперь к желтку добавляем консервированный тунец. И все хорошо разминаем вилочкой. Все хорошо разомняла. Теперь добавляем сюда уже порезанный лук. Немного майонеза и все перемешиваем. Вот такая получилась масса. Теперь берем половинку белка и фаршируем. Достаточно. И выкладываем на блюдо. Блюдо я украсила листьями салата. Вы можете украшать или не украшать. Это все по вашему желанию. Вот такая вот чудесная получилась закуска. Это очень сытно и вкусно. Советую всем приготовить. Приятного всем аппетита!